каким сегодня является Крым, это результат большой работы, проведенной после присоединения полуострова к Российской Федерации. Мы должны сказать, что за эти 8 лет достаточно много сделано на территории Крымского полуострова. Я уже не говорю про мост, который стал, мне кажется, и достоянием, и красавцем таким. Очень много проводится работы с образовательными учреждениями. Там открывается новая школа, открываются новые больницы, поликлиники, строятся новые дороги. Крым становится такой здравницей, снова здравницей нашей страны. Люди с большим удовольствием едут, проводят там время. В честь годовщины присоединения в Химках провели концерт. На праздник пришли десятки горожан, а также депутаты местного совета депутатов. Артур Каримов, Евгений Иноземцев, Алексей Федоров, Сергей Малиновский, Татьяна Кавторева, Александр Дринов, Наталья Коныгина, Валентин Герасимов, Галина Болотова, Инна Монастырская и Николай Кашников. Настроение у всех замечательное, все рады. Я думаю, что этому рады не только мы, но и крымчане. Сегодня, как никогда, нам важно быть всем вместе, чувствовать единение с семьей, с народом, с жителями нашего города, с коллегами. Праздновать дату присоединения полуострова к России в Химках уже стало традицией. Мы решили, что каждый год это знаменательное событие должно отмечаться патриотической акцией, патриотическим концертом. Сегодня, как никогда, это актуально для того, чтобы россияне объединились, смогли друг друга поддержать, защитить. На сцене театра «Наш дом» для гостей праздника выступили воздушные гимнасты, музыканты и певцы городского округа. Хедлайнерами концерта стала группа «Кватро». Артисты исполнили популярные хиты.